4 июня 2018 года на Первом канале состоится первая летняя премьера – сериал «Бывшие». В данном видео можно ознакомиться с сюжетом и кратким описанием серии сериала «Бывшие». Российский сериал «Бывшие» состоит из 8 серий и будет показываться по 2 серии в день в течение недели, сразу после программы «Время». Понимая, что жизнь Андрея зависит от нее, Яна соглашается на все условия отца. Миронов освобождает Андрея. Илья хочет забыть Яну и вернуть свою жизнь в привычное русло. Он делает предложение своей девушке Ольге, которая работает с ним в клинике. Желая заглушить свою боль после предательства Ильи, Яна снова срывается. Илья и Ольга готовятся к свадьбе. Андрей не может забыть Яну и признается ей в любви. Яна отказывает Андрею, она любит Илью. Андрей не может простить брату предательство и рассказывает Ольге о связи Яны с Ильей. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.